Всем большой привет! А я сейчас хочу с вами распаковать посылку. Хочу сейчас это сделать, так как все равно еду на термин в парикмахерскую, слава богу, и наконец-то, да? Если вдруг что-то не подойдет, сразу же по пути я отправлю на заправку там быстренько. Ну, у нас есть, да, такой этот Хермес, потому что почта немножко подальше, а вот заправки я вообще люблю, вот на заправку отправить. Раз, подошел, там никогда очереди как-то нету, ну, не знаю, мне нравится. Ну и за 2 дня это у меня вторая посылка. Первую уже не стала вам показывать, так как все равно пойдет обратно. Я выписывала, ну и сейчас опять выписала, штрик-пуловер такой, знаете, песочного цвета. Ну, это как вязаная водолазка, да, так скажем, то, что под горлышко. У меня есть такие черные, синие, и вот сейчас выписала такой песочный цвет. Красивый такой, мне так понравился. Но в размере S та была, и она мне маловата. Ну, не то, что маловата, она хорошо, да, но как-то все равно немножко коротковатая, и я выписала в размере M сейчас. И еще брюки, ну не брюки, такие штаны, знаете, как зам, скажем, заменитель кожи, да, или как это объяснить, зам кожи. Я уже тоже их как-то в том году выписывала, может быть, кто помнит. Здесь на шнурках, да, как бы тут немножко так пошире и зауженные как бы к низу. Но тогда был, по-моему, настолько вот где-то вот короче, я выписывала M. И Мальдрайс их было, по-моему, что-то такое, я не помню. А сейчас, по-моему, М32. Вроде бы так, если правильно объяснила. Ну, ничего страшного, неважно. Короче, сейчас хочу померить с вами.
Прям интересно, хоть бы подошло. Потому что все равно, знаете, такие брюки. У меня есть леггинсы, да, вот эти как кожаные, под кожу тоже. Выписывала в том году или весной, вот, да, с H&M. Но они, в принципе, хорошие, но их только носить, знаете, это с длинной какой-то такой кардиган, да, там кофтой какой-то. Потому что с открытым задом я не могу ходить в леггинсах, и это вообще не мои леггинсы. А вот эти вот под кожзам я выписала, чтобы, вы знаете, вот с ботинками носить, вот что-то удлиненное. Короче, ну, я их очень редко ношу, и только зимой вот или осенью, да. А вот эти вот хочу вот, ну, вот примерно сейчас носить, да, вот так вот. С открытым задом. Короче, посмотрим. Как раз сейчас вот поеду и отправлю и ту сразу посылку, и эту. Вот такого вот цвета. Очень такой приятный цвет. Там были всякие разные, голубые, кипочки, по-моему. 30 евро, если что, да, он стоил. Текст, это от Only. Те, кстати, у меня были подешевле. Но я тогда по скидке покупала тоже с Amazon, которая синяя и черная. А это без скидки. Ну, наверное, я думаю, она как раз бы, так как S-ка мне. Ну, нормально было, но немножко. Хотя там стоит, да, вот когда ты выбираешь размер, там стоит, мы советуем вам выбрать размер меньше. Я думаю, ну, тот, да, вот, который, думаю, ну, выпишу S, потому что у меня S куда, я же не буду XS. Ну, все равно оказалось как бы не очень. Ну, вот я M выписала. Ну, теперь я вижу, что вроде должна подойти. Ну, посмотрим, как в плечах будет. Рукава, между прочим, S-ка была немножко длинноватая, но она так как бы заужена, видите, здесь идет. Ну, и, в принципе, можно так подкатить. Это вот Only. Да, 29,99. Так что сейчас примерю. Потому что, вы знаете, вот осенью вот сейчас как раз не всегда хочется шарф одеть, а вот чтобы горло было прикрыто, например, да, вот с кожаной курткой, косухой. Мне нравятся такие водолазки. Да, даже вот так вот зимой с курткой. Я тоже люблю шарфы, но иногда вот хочется просто, чтобы у тебя под курткой была какая-то такая типа водолазочки с прикрытым горлом. Ну и вот такие вот штанцы. Тоже Only вроде. Аккуратно же, чтобы открыть. Да, это тоже Only. Only вообще такой нормальный магазин. Там тоже соотношение цены и качества. Их я не помню точно. Они были на них 20% или 15% скидка. Не помню. Я потом еще что напишу. Вот такие вот штанцы. Кто помнит, я такие выписывала уже. Но были они коротковатые. Посмотрим, как сейчас. М32, да, это у меня в размере. Ну, здесь стоит цена. Ну, в принципе, 44,99, но мне, по-моему, меньше немножко обошлись. Посмотрим. Так что сейчас примерю. Тут вот такой шнурочек. У меня, кстати, раньше были тоже такие, ну, тряпочные, не кожаные, да, а материальчатые такие. Долго я их носила, но прямо они к низу так зауженные были. Ну, если что-то, знаете, заправлять, он-то красиво смотрелись, тут вот так вот, такой присборено тоже, то красиво было. А если вот просто, да, надеть что-то, такое ощущение, что в трико. Но я в них долго ходила, потом все, я избавилась от них, они мне надоели. И вот что-то мне приспичило вот такие вот сейчас, ну, посмотрю. Не факт, что я их возьму, но сейчас примерим с вами. Потому что у меня времени не так много, мне уже надо собираться. Так, ну вот, в принципе, мне нравится и штаны, брюки, и вот эта вот кофточка. Вот теперь она свободна. То было, знаете, она немножко покороче, и вот тут прям было сильно в обтяжку, не особо мне понравилось. А вот это вот прелесть. Ну, цвет бомба. Знаете, такой богатый прям цвет песочный, потому что все равно есть они разные, да, такие цвета, вот эти песочный цвет. И кремовый, да, как его по-разному все называют, беж. Ну, вот красивый очень. Он даже, знаете, как будто бы с каким-то переливом каким-то. Ну, классное. Качество вообще такое, к телу приятно. Ну и вот эти вот сами брюки. Сначала я заправила ее, мне не очень понравилось как-то, не знаю, вот так вот свободненько можно носить. Я, кстати, надела у меня ботиночки, ну или как их сказать, не ботиночки, вот такие вот есть черные. Я показывала, да, когда как-то, когда свою обувь тоже вам показывала. Они как бы замш идет и по краям лакированные. Но они уже, мне кажется, из моды вышли, они у меня уже давным-давно. Не знаю, вот хотела бы что-нибудь, знаете, чтобы была кожа такая погрубее, толстая. Кто помнит, я показывала, когда мы были в аутлете, да, такие синие, замшевые, вот мне понравились. Ну, синие сюда не пойдут, черные
Все равно нужно. Ну, кстати, и с этими можно. У меня есть еще кроссовки, которые, ну, сейчас покажу, может, кто помнит, вот эти от Michael Kors, с ними тоже, в принципе, можно. Они еще и подойдут хорошо вот к этой кофточке. Вот эти тоже, в принципе. Вот как раз тут цвет тоже такой, да, черно-беж такой. В принципе. Ну, класс, я оставляю, мне понравилось. А то в том году я выписывала такие же, только М30. Эти М32, и они немножко подлиннее, а то были прям короткие вообще. Прелесть, мне нравится. Ну вот, на осень готова, да, и на весну. В принципе, можно еще, но я померила, знаете, до этого. Мы сейчас с вами тоже померяем, не знаю даже, вот с косухой как-то. Получается все как бы кожаное, да, но если с теми кроссовками обыграть, чтобы немножко тоже там был переход другой. А так получается как-то все как будто бы кожаное. Ну, в принципе, и так можно тоже. Сумочку сюда какого-то другого цвета, не черная. И рюкзачок. И пошел гулять. Ну ладно, буду переодеваться. Пишите, понравилось вам или нет, но я оставляю. Прям вот это вот, я говорю, мне вот этот вот цвет прям так зацепил. Я сразу как увидела на сайте, там был такой, ну вот этот рыжеватый такой цвет. Черный и вот это вот сразу понравилось. Думаю, надо брать, потому что я долго искала тоже в том году. Такой свет выписывала сразу несколько. Синюю, черную я себе оставила, а тот какой-то еще был. А белую я тогда выписала, может быть, кто помнит, да? И вот такой вот цвет мне очень понравился, так что ладно. Ну а теперь уж в парикмахерскую будем наводить красоту. Буду болваниться. Я всегда говорю, когда после парикмахерской прихожу к Оле, говорю, ну все, оболванилась, 2 килограмма. Буду подстригаться. Боже, как я жду вот это вот, чтобы быстрее сзади состричь. Ладно, пойдем. Погода у нас вообще ветрища такая, ну зато один плюс, всегда надо искать плюс. Белье быстро сохнет. Я вчера вечером постирала белье, утром уже сразу сняла, уже сегодня 2 стирки закинула, уже вон висят. Так что через пару часиков тоже будет готово. Как оно сейчас пахнет, я обожаю вот это время, знаете, когда на улице прохладно, ветерок, я имею в виду для белья, обожаю время такое. Заносишь белье, оно так пахнет свежим, просто обожаю. Но когда дожди, сырость, да, ну, у нас то дождь, то солнце, короче. Ладно, не будем. Увидимся с вами потом, после парикмахерской. Ну все, я дома, подстриглась, то есть меня подстригли, да, довольная. Теперь можно пару месяцев, да, так 2,5 жить спокойно. А то у нас у женщин, да, это когда знаешь, что тебе надо идти. Ну, не знаю, у всех так или нет, у меня так, по крайней мере. То уже какой-то, знаете, как будто бы не нервоз, а вот уже не так укладывается, да, волосы, все это. Поэтому теперь радости, довольная. Короче, постриглась, как и всегда. Хотела, думала, может быть, немножко здесь эту сторону покороче, потому что, ну, я всегда делаю, знаете, левую сторону так, за ухо, а вот это у меня должна быть так. И думала, может быть, как-то выбрить или что-то покороче, пока сидела с этим, с милированием, да, когда она мне нанесла краску. Сидела, смотрела там какие-то фотографии, да, потом подумала, нет, лучше я оставлю как есть, а то все время как бы хочется, да, а потом, ну, неизвестно. Но она мне тоже говорит, потом тебе придется каждую неделю приходить, чтобы здесь все подравнивать, потому что когда сильно коротко, да, так оно есть. Но мне девочки так и писали, да, в принципе. Ну, как всегда, милирование у меня одно и то же, да, ну, вот это вот порошок они там мешают. Если вдруг кто-то будет у меня спрашивать, какой цвет, я не в курсе, да, это просто вот этот вот голубой порошок, я не знаю, я не в курсе, я не парикмахер, так что, как всегда, в принципе. Заплатила я, если кто-то будет спрашивать, 80 евро, ну, естественно, тоже, да, как Трингельд, чаевые тоже обязательно даю, потому что, ну, все равно, как-то принято у нас это здесь, ну, я думаю, и везде. Ну, и все, теперь на этом, наверное, уже буду свой влог заканчивать, всем хочу сказать огромное спасибо, и за поздравления еще, кстати, нас до сих пор поздравляют, огромное-огромное спасибо, от Коли тоже огромное спасибо, он, кстати, меня туда и отвез, и привез, так как он мою машину загнал в гараж, так как его всегда, да, стоит в гараже. Он мою загнал, он хочет ее полностью отполировать, ну, все равно, да, краска, когда вот, например, машина стоит на улице от пыльцы, да, все это он специальным там каким-то средством, короче, сначала все это снимает, потом полирует специальная машинка, короче, ну, Коля у нас по машинам профи, да, кто где, короче, у каждого руки есть на месте,
Ну и вот он сегодня этим занимается. Не знаю, хотели в ресторан же, я же говорила, да, тоже пойти. Сына старшего пригласили, ну, уже давно, заранее, да, на день рождения. Он и в тот выходной был, и в этот. Короче, гуляет пацан. Ну ладно, пусть гуляет, это не проблема. Мы можем в любое время, в принципе, да, с семьей сходить. Так что посмотрим. А нам нужно еще закупаться, так как я все равно на неделе, да, вот ездию. Ну, все равно это как бы маловато, то, что сама же я все не унесу. А вообще вот выходной ненавижу, честно говоря, тратить на это, ну... Не хочется, потому что вот он, да, работает всю неделю и еще потом полдня на закупку. Но иногда он сам говорит, надо поехать вместе закупаться. Так что посмотрим, сегодня поедем или нет. Если что, встретимся с вами в следующем видео. И еще огромное-огромное вам спасибо. Всем пока, всем всего самого хорошего.